на лицо. Или нет. Или потом. Какая у тебя кличка? Ну, клички обычно у животных. Зачем ты носишь накладные ресницы? Они не накладные. Бла-бла-бла. Мне 16 лет. А такие волосы сегодня смешные. Умеешь кататься на скейте, да. Как ты, как отдых? Рассказывай. Ой, я вообще нормально. Отдых просто прекрасно. Хочу еще раз и даже не раз туда полететь. Просто сказка. Где Яна? Она в соседней комнате. Когда концерт? Ой, не знаю. В сентябре уже, наверное. Какие мультики тебе нравятся? Губка Боб. Как девочки? Ну, сейчас отпуск, поэтому все отдыхают. Нет, я не блогер. А где вся группа? Ну, мы же не в одном доме живем, не в одной квартире. Все разъезжались, отдыхают. Как у Яночки дела? Думаю, все хорошо. Где на этих выходных будешь? Думаю, в Киеве. Когда-нибудь прогуливал урок? Да, было такое. Да, мы были на Мальдивах. Ты любишь петь? Очень люблю петь. Да, я уже дома. Яна тоже дома. У тебя есть любимый анекдот? Нет, нету. Да, я еще хожу в школу. Да, это моя комната. Хочешь побывать в Лондоне? Да, хотела бы. Вообще хочу очень путешествовать. Да, в группе мне нравится. Твоя самая любимая песня «Земной шар». Да, у меня есть домашние животные. Го ко мне в Лондон. Я бы с радостью, правда. Нет, мы были на Мальдивах не вдвоем. Яна передает вам привет. Какие планы? Что планируешь делать в конец лета? Планов вообще нет, на самом деле. Меня это немного расстраивает. Я не знаю, что делать в Киеве. Здесь очень скучно. А еще целых 10 дней. Грустно. В каких странах хочешь еще побывать? Я хочу съездить на всякие острова. Очень. Ну так вообще хочу везде побывать. Интересно, это возможно объездить весь мир? Каждую страну посетить? Скучаешь по школе? Иду в 10-й. Ты любишь группу Open Kids? Очень. Моя любимая группа. Покажи маникюр, пожалуйста. Когда сделаю, покажу. Он сейчас весь поломанный. Куда будешь поступать? Пока что не знаю. Думаю, куда-то в Москве. Я надеюсь на это. Иду в 10 класс. Mm-hmm.
Привет, привет всем, кто только подключился. Я жду от вас интересные вопросы. Собственно, трансляция была интересная. Аня, а ты будешь петь кавер одна, как в прошлый раз? Какой кавер? Тебе нравится Питер? Хотела бы там побывать? Да, я обожаю Питер, была там пару раз, и хочется возвращаться туда снова и снова. Очень красивый, атмосферный город. Яне 11. В школу не хочу. Что у меня с голосом? Как-то я подхрипла почему-то. Какое твое любимое блюдо? Мне очень нравится итальянская кухня, но прям блюдо не знаю какое. Да, мы уже вернулись с отдыха. Да, я скучаю по Мальдивам. Мне 16. Чем ты любишь увлекаться, кроме пения? Ну, вообще, всем, что связано с творчеством, люблю очень смотреть сериальчики. Да, я знаю украинский язык. Да, я с Open Kids. Мой любимый цвет розовый. Английский знаю. Я бы дал 20. О да, очень выгляжу на 20 лет сейчас. Ой, привет, Тима. Да, я очень люблю смотреть сериалы. Ты, кстати, смотрел шестую серию или еще нет? У тебя нарощенные волосы? О да, нарощенные. Конечно же. На каком этаже живешь? А что? Нет, не смотрел. Классно. Что ты сегодня делаешь? Юле Гамали скоро будет 15. Нет, я не смотрела турецкие сериалы. Аня, ответь, ты можешь спокойно разговаривать на английском языке? Ну, свободно как? Наверное, не очень. Какого цвета у меня волосы? Вот такого. Я перехожу в 10-й. Группу просто обожаю. Какой номер квартиры? Может, вам еще адрес сказать? Какая способность пригодилась ли тебе в реальной жизни? Перемещаться в пространстве. Мне кажется, это было бы прекрасно. Нет, я не смотрю школу. Наверное, единственное, не смотрю в школу. Что ты любишь больше всего делать? Есть. И петь. И спать. Это прекрасно. Вы знаете, хочется спать, просыпаться, а еще очень люблю купаться. Ну, не в душе, там понятно. Там типа морька, океан. А если у тебя любимая цитата, которая мотивирует тебя для чего-то нового? Ну, я не могу сказать, что меня мотивируют цитаты. Наверное, все-таки меня мотивируют люди, какие-то ситуации, события. Ну, так, чтобы меня какие-то цитаты мотивировали, наверное, нет. Аня, ты меня игноришь специально? Нет, не специально, правда. Ты любишь мыть посуду? Нет. Ребята, пожалуйста, мне правда уже надоели вопросы о моей личной жизни. Я уже на них сотни раз отвечала, и я не хочу возвращаться к этим вопросам. Любимое место в Киеве. Очень люблю свою квартирку. Аня, ты рада, что ты приехала в Украину? Мне здесь нравится. Хочешь тату? Я думала насчет этого, но я не знаю. Хочу немножечко. Какая твоя любимая песня? «Земной шар». Мне 16 лет. Я не буду сейчас петь. Когда у тебя день рождения? 11 января.
А ты в итоге посмотрела четвертую, пятую серию? Да, я посмотрела четвертую, пятую серию, поэтому надо продолжать смотреть. У меня рост, не знаю, 1,62 м. Маленькая. Аня, у тебя есть такой друг, которого ты обожаешь больше девочек? В смысле? Отдохнула прекрасно. Нравится находиться не в отношениях. Да, мне хорошо. Все, сегодня посмотрим. Хорошо. Буду ждать. А, Тима, я не могу. Конечно же, ты мой лучший друг. Во сколько лет тебе прокололи уши? Не знаю, очень давно, маленькая совсем была, я этого не помню. После школы куда хочешь пойти учиться? Не знаю, но может быть это будет что-то творческое, может быть наоборот, вообще что-то другое. Не знаю. Джинсы или юбка? Смотря куда. И то это очень нравится. Нет, я не смотрела сериал «Лестница в небеса». Да, у меня одна страничка ВК, и я там не сижу. Она там вообще заброшенная. Вопросики, вопросики, жду вопросики. Как относишься к фейкам? Ну, вообще для меня странно вот это фейки, потому что, ну, зачем жить чужой жизнью, вот это вот все делать, когда можно или же создавать фаны, либо же просто вести свою страницу. У нас ураган тут, ахаха. Блин, а у нас хорошая погода. Правда, я не хочу выходить на улицу. О, привет, Максим, как там Таиланд? Ты там еще не умер со скуки? Мне 16. Любимые эмоджи. Мне нравится красное сердечко. Да, я знаю Пупси Киру. Смотрела сериал «Молодежка». Ну, что-то пару раз, там пару серий. Да, концерт в Кемерово, не знаю. Скучно, блин. Привет, Костя. Да, я в Киеве, и мне тут очень скучно. Я вообще не знаю, что здесь делать. Я умираю от скуки. Вот, блин, Максим, я тоже умираю. Мне грустно. Я хочу куда-то снова на пляж с океаном и солнцем. Но это будет уже зимой. Есть на что-то аллергия. Раньше была на цитрус и на мед. Сейчас вроде бы как нет. Не знаю. Какой твой любимый русский исполнитель, кроме Матранг? Ну, а теперь нет русского любимого исполнителя вообще. Я разочарована во всех. Так что, так вот, живу. Будет фан-встреча. Где, когда, не знаю. Новая песня тоже не знаю, как будет. Это очень сложный вопрос, на которых нет ответа. Я не знаю, приедем мы еще в Новокузнецк. Какие люди тебя вдохновляют? На самом деле, все люди как-то тебя мотивируют и вдохновляют. Плохие, хорошие, неважно. Сколько тебе нужно выпить, чтобы было весело? Я не пью, так что я не знаю. Мне и так весело. Какое твое любимое животное? Мне нравятся маленькие собачки, они милые. Ты дура. Блин. Наверное, надо расстроиться. Нравится Полина Гагарина? Да, нравится. Слушаешь рэпера Дрейк? Ну, как слышите, да. Почему разочарована? Потому что... О, нет, у меня 3%, ну ладно. Потому что... я не знаю, как это объяснить. Я не могу сказать, что у всех звезд звездная болезнь. Наверное, это не так. Поэтому я не буду преувеличивать.
Просто нужно быть искренней, нужно быть настоящей и отзывчивой. Смотрела мультик «Холодное сердце», да, очень давно. Какой твой любимый цвет? Розовый, белый и черный. Кого ты любишь из певцов больше всех? Майкла Джексона. Любимый русский актер? Не знаю. Что делаешь, когда нервничаешь? Я стараюсь не нервничать, потому что это вредит здоровью. Любимый сериал? Мой любимый сериал — «Сплетница», «Бесстыжие», «Империя», «Ривердейл» и сериал «Екатерина». Слушаешь Селену Гомес? Нет. Мне она больше нравится как актриса. Кого из знаменитостей хочешь побывать на концерте? На самом деле много у кого. Очень много артистов, которым я бы хотела пойти на концерт. Потому что каждый артист, это, ну, если сходить на концерт, это большой опыт. Поэтому мечтаю побывать у многих артистов. Сколько время? Так часто задают этот вопрос. Какая разница, сколько время? Просто интересно. Вообще 3:20. И зашел сериал «Красные браслеты». Но я посмотрела пару первых серий. Не знаю, нормальный. Если совсем нечего будет смотреть, посмотрю его. Где ты сейчас? Я сейчас в Киеве. Сойдешь директ? Хорошо. Когда приедете в Челябинск? Пока что не знаю. Думаю, в ближайшее время не приедем. Брюнетки или блондинки? Ну, не знаю, каждому человеку уйдет его цвет волос. Так скажем. Мне нравятся брюнетки и блондинки. Какую страну хочешь посетить? Я бы хотела в Токио. Ну, это не страна, а город. Вот. Я уже отвыкла тебя видеть дома. Я тоже, на самом деле. Мне больше нравился вид другой. Океан, например. Или же вечерний ресторан. Любишь больше пиццу или суши? Наверное, пиццу. На лето что-то задавали? Не знаю. Я ничего не делала. Какой твой любимый город? Не знаю, любимого города нет, но есть любимый остров. У тебя есть любимый фан-аккаунт про тебя? Я обожаю все мои фан-аккаунты. Купалась в океане или еще хотела бы покупаться? Еще хотела бы покупаться. Не знаешь, что по России осенью? Скорее всего, да. Нет, я не слушаю BTS. Фрукты или овощи? Я люблю и фрукты, и овощи. Ну, какие-то фрукты и какие-то овощи. Отдохнула прекрасно. Я не встречаюсь. Любишь котлетки? Только куриные. Что делать будешь после? После чего? После трансляции? Я сейчас дома, в Киеве. В общем, ребяточки, какой океан на Мальдивах? Индийский. Я тогда буду идти пить чаёчек, делать себе масочку на лицо. Вам я желаю хорошего дня, чтобы вы отдохнули эти прекрасные 10 дней. Провели их прекрасно. Мне кажется, я 2 раза сказала слово «прекрасно». Ну ничего, вы самое главное поняли. Я вас всех очень сильно люблю, правда. Спасибо, что вы есть в моей жизни, что вы меня поддерживаете. Мне, правда, это безумно ценно. Отправляю всем сердечко.
кусочек своей любви.